Итак, продолжаем воевать за море. Так, ну, давайте автобоем. Ничего себе, даже победили. Отлично. Так, корабль уходит. Орд. Так, я думаю, пора тут во внутреннее море заходить уже кораблям. Положение, так сказать, спасать. Потому что там порты торговые под ударом. Так, здесь у нас имеется флот Уракаме. Мы сейчас, думаю, его уничтожим. Так, ну чтоб не ушли, давайте нападем на них. Так, я думаю, предпочтительнее зайти с этого, с подветренной типа стороны, чтобы Сенгоку Бунне не пошел на нас на полном ходу на своих мощных парусах. Так, выдвинулся вперед одна кабая. Сейчас мы его сразу же поджигаем. Продолжаем движение, пока тут Хароку не подошли. Так, догоняет гранатометчики нас. Надо срочно отходить. Так, ну обстрел идет. Так, отлично маневрируют корабли. Не зря я изучал морские технологии. Так, появляются огненные стрелы, жжем их. Так, все, подожгли. Ну и остался тут последний. Заходим, да, со стороны ветра. Сейчас, я думаю, просто его зажжем. Так, потихоньку разворачивается он. Давайте отходим. Так, на большой вот скорости так можно абордаж прощелкать, что и произошло. Ну ладно, я думаю, сейчас огненные стрелы помогут нам. Грозит опасность! Его нельзя потерять! Так, все, победа. Отлично, сработали морячки. Так, вот еще одних тут. Так, мы не свалили. Ладно. Итак.
Здесь планируется бунт. Так, давайте еще этот вопрос решим с сураками. Тоже неясная ситуация. Я думаю, выйдем в море, будем сжечь корабли. Года не наша, подождем. Так, вот это нам подходит. Так, ну давайте опять как обычно ускорим. Потихоньку корабли. Так, давайте нормальную скорость включим. Если пойдет абордаж, я его просто пропущу, это будет означать конец для этих двух кораблей. Так, давайте зажигаем. Идем дальше. Двух кораблей нам не выдержать, у них больше лучников. Так, вот кружим вокруг них и обстреливаем. Развернуться они так же быстро не смогут, так что просто будут кушать наши стрелы какое-то время. Надеюсь, они ими отдавятся. Так, второй корабль вообще ушел. Не желает, видимо, участвовать в сражении. Так, спасаем корабль. Нельзя нам приближаться. Стрела. Такие немного утомительные тут скучноватые бои, если честно, морские, но ладно. Так, не смогли поджечь, ладно, ушел он. Теперь второго выцепим сейчас.
Где-то там вдалеке мигают огни. Так, потеряли 10 лучников с одного корабля и двух пехотинцев. Вот эти трупы лежат. Так, встал с самого края карты, тоже намереваясь спастись бегством. Так, и атакуем сразу сходу огненными стрелами его. Так, перезарядка завершена. Все, уходит. Ну что, неплохо. 2700 стал доход у нас. Благодаря тому, что порт освободили. Так, давайте добьем их. Так. Наши три кораблика будут преследовать флот Сатоми. Так, как у нас тут с убийствами? Сможем брать Мэтсука? 70%. Этого 70 тоже. Давайте для начала посмотрим, что тут происходит. Ага. Вот в столице вижу огромный стек самурайский. Но... Так, и вот еще один стек. Понятно. Произведем пока, пожалуй. Так, диверсия тоже не очень хорошо. Давайте диверсию у ворот замка. Диверсия не удалась. Так, вот мы видим все войска ураками. Так, из этой провинции Мивасака, конечно же, уводим кавалерию. Здесь собираем гарнизон. Так, лучников тут маловато. Давайте наймем еще. Так, пройдемся дальше. Пустой город я тут вижу. Так, ну это будет, значит, задача вот для этого полководца. Давайте вернем его, ладно, в крепость. Теперь уже нормальный, честный. Так, нужно взять еще провинцию Танго. Чтобы все было вообще отлично. Думаю, для этого одного отряда тут хватит. Так. Весь гарнизон я тут из Тамбы отправляю в Киото. В случае действий Сатоми. Так. Этого генерала. Так, что у нас с честью? Тоже 4 стало. Тоже возвращаем.
город. Думаю, можно нанять ему тут пиратов парочку. Дайме. Думаю, двинет в сторону вот этой провинции. Сейчас, я думаю, за эти дзен будет тут битва. Оми, походу, придется сдать. Так, получил монах уровень. Так, наконец-то он стал смутьяном. Давайте обращение персонажа прокачаем ему. Я тут вижу, вот идут с Атоми, с агентами. Сейчас мы их попробуем обмануть. Мэцука, еще один Мэцука. Давайте первого. Все, агент обращен. Так, тут на перегонки идут. И Магава, и два стека с Атоми. Да. Сейчас дадут нам прикурить. Так, вот у нас замок. Давайте сигару наймем. Призыв к оружию имеется. Столица. Так, пиратов. Пару кавалерийских отрядов. Так. Да, понадобится нам сигару с Яри. А здесь возьмем парочку лучников. Так, здесь пока гарнизон оставим на случай, если Симазу решат нас предать. Так, ну ладно, флот оставим тоже здесь. Так, еще у нас тут один ниндзя был, тоже его можно отправить Кураками. На этот раз у нас можно по морю спокойно пройти. Так, доставляем ниндзя в порт. И у него еще ход остается. Немного, правда. Да, может быть, он пешком бы больше прошел. Так. В битю ждем. Восстание. Так, войска собираем, я думаю, да. Здесь... Фу-кю. Так, вижу флот Такеда. Ну, наши сейчас до них не дойдут пока. Так, оставим здесь флот, ладно. Монахи. Понятно. Так, ладно, давайте прокачаем генерала нашего. Все, кампания пройдена. Предки могут гордиться мной. Обнажив мечи, мы вступили в битву. Вражеские города в огне. Все, кто осмелился противостоять нам, повержены и безмолвны, ибо мертвые не говорят. Дом Мори одержал победу. Высот северных гор до
глубин южных морей простирается наша власть, моя власть. Теперь Японии явлен истинный властитель. Весь народ склонился предо мной, новым сёгуном. Величие нашего дома будет жить вечно. Мощь и власть его — тысячелетнее наследие потомкам. Все, всем спасибо за внимание.